Высокая температура, апатия, слабость – первые признаки клещевого энцефалита. Многие ошибочно принимают их за обычную простуду. Сейчас, говорят в Краевом Роспотребнадзоре, особенно важно заняться профилактикой этого заболевания. В этом году уже привито более 15 тысяч забайкальцев от клещевого вирусного энцефалита. Призываю всех жителей края также поставить такую прививку. Исходя из того, что клещ переносит несколько возбудителей клещевых инфекций, обязательно при том, как вы собираетесь пойти в лес, либо поехать куда-то на пикник и так далее, использовать неспецифические методы профилактики. Ну, во-первых, это специальная одежда, использование репеллентов и акарицидных средств. В медучреждения края после укуса клеща уже обратились больше 500 забайкальцев. К счастью, зараженных энцефалитом среди них не оказалось, когда, как в прошлом году, были инфицированы 30 человек. Но есть и другая болезнь, переносимая насекомым – иксодовый боррелиоз. В крае уже зарегистрирован первый случай иксодового клещевого боррелиоза у ребенка 3 лет в Шилкинском районе. Это заболевание, которое также переносят клещи. Характеризуется оно температурой, появлением специфических, так скажем, эритем на теле человека. Если после отдыха на природе вы нашли на себе паразита, стоит немедленно обратиться в больницу. Там клеща извлекут и отправят в специальную лабораторию, которая установит, является ли насекомое переносчиком инфекции. Процедура занимает примерно 3 часа. Перетертого клеща заливают специальным раствором, после чего пробирки поочередно помещают в несколько аппаратов, с помощью которых и проводят исследования. Результат появляется на экране компьютера. Положительные результаты отмечены в таблице красным. Клещи в этих пробирках были переносчиками энцефалита. Врачи настоятельно рекомендуют всем, кто был укушен клещом, немедленно обращаться в больницу. В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, самыми опасными являются Читинский, Карымский, Шилкинский и Улетовский районы. Полина Харченко, Анатолий Тюльнев. Время новостей.